очень много интересного. Молодежный блок, выступления хипстеров Мари Мари, Иван Панфилов, Олег Чумыкин, Федор Фомин, Мумий Тролль, праздничный салют. Все будет очень здорово и эксклюзивно. Но сейчас бы мы хотели остановиться на следующем. Дорогие друзья, на территории Приморского края, к счастью, живут люди, которым мы с вами отдаем дань уважения каждый день. Это те, кто в тяжелые для нашей страны, для нашей молодой родины годы защищали границы Приморского края, защищали наши с вами жизни. Это наши отцы, деды, прадеды. Это наши братья, сестры, дети. Это все те, кто подарил нам сегодня мир. И благодаря которым мы сегодня празднуем юбилей Приморского края. Над нами голубое солнце. Голубое небо и яркое солнце. И наши дети, они, к счастью, не знают, что такое горе, смерть. Они улыбаются, они учатся, и они счастливы. Вечная память нашим героям. Никто не забыт, и ничто не забыто. Лучшие артисты Приморского края решили поздравить и посвятить этим людям свое выступление. Поэтому встречайте на этой сцене ансамбль народной песни «Покров. Прощание. Славянки».